Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Хочу предложить посмотреть на новинку от фирмы «Звезда». Масштаб 48-й. Советский истребитель ЛАГ-3 серии 66. Рекомендованная стоимость модели 1640 рублей. И только сейчас при покупке этого набора мы дарим подарки. 3D-декаль фирмы, ну и здесь вам на выбор, или фирмы Emboss, или Quinta Studio. Высококачественные копейные патрубки от фирмы EVM. Базовый набор высококачественных окрашенных масок от KV Models. А также купон на скидку 15% на следующий заказ и скидку 30% на дополнение к этой модели. Длина модели почти 18,5 см. Количество деталей в наборе 163. На обратной стороне коробки есть информация о прототипе модели и фотографии собранной модели. А в комплектации находятся декаль, литники с деталями, инструкция по сборке и схема окраски модели и нанесения декалей. Всего в наборе 5 литников, включая литник с прозрачными деталями. Первый перед вами. На нем фюзеляж самолета, створки низ шасси, часть кресла пилота, пушка. Фюзеляж состоит из двух половин. Фюзеляж деревянный на прототипе, поэтому о расшивке забываем. Руль направления выполнен отдельной деталью. Интерьер кабины пилота присутствует, так же как и двигатель, что не может не радовать. Два варианта сидения кресла. Один при установке фигуры пилота, второй без. Пушка-швак, ну, скорее всего, она. При одном варианте сборки ее будет видно. Ствол не рассверлен. Створки шасси также выполнены в двух вариантах. Для выпущенных шасси и убранных. Для выпущенных внутренние части не голые. На втором литнике находятся крыло, руль высоты, покрышки колес, диски, стойки шасси. Покрышки колес отлиты без дисков, имеют протектор, располовинены. Это вариант для выпущенных шасси. Руль высоты, диски колес, стойки шасси. Детали воздухозаборника. Крыло разделено на три части. Одну нижнюю плоскость и правую и левую верхнюю. Лючки на крыле показаны. Элероны отлиты отдельно от крыла. Ниши шасси. На следующем литнике. Лопасти винта, кок винта, выхлопы, колеса, приборная панель, руль направления, элероны. Лопасти трехлопастного винта. Кок. Выхлопы.
Выхлопы не рассверлены. Руль направления. Элероны. Приборная панель с индикаторами прибора. Лысый нет. К сожалению, нет. Часть кресла пилота. Заднее колесо. Колеса для варианта сборки с убранными шасси. Литник с двигателем и с фигурой пилота. Двигатель, как вы поняли, на модели имеется. Хорошо и детализированно выполнен, и на модели его можно будет показать. Есть и фигура пилота. С двумя вариантами головы. Литник с прозрачными деталями. Декаль на 5 вариантов окраски. Приборная панель, опознавательные знаки и техническая информация. Инструкция по сборке не цветная, выполнена в виде книжки. Есть описание прототипа, 2 варианта сборки, самолет на стоянке и полетный вариант. Содержимое набора и подробные шаги сборки. Схема нанесения декалей с технической информацией на последней странице. А вот схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Первый вариант – Кубань, 1943 год. Вариант номер 2 – Закавказский фронт, 1942 год. Следующий вариант – Приморская армия, 1944 год. Четвертый вариант – Херсонская область, также 44-й год. И последний – аэродром Мысхако, 1944 год. Пройдемся мы и по подаркам. Вариантов в этот раз у нас два. В первом варианте мы дарим вам 3D-декаль фирмы Emboss, выхлопы от фирмы EVM и окрашенную маску от фирмы KV Models. Есть и второй вариант. 3D-декаль фирмы Quinta Studio. Выхлопы от фирмы EVM и окрасочная маска от фирмы KV Models. По дополнениям хочу вам предложить набор цветного фототравления от фирмы Microdesign. Стоимость с учетом скидки на предзаказ 474 рубля. Набор неокрашенного фототравления Microdesign. Стоимость 256 рублей. Фирма EVM предлагает вам колеса шасси для грунтовых аэродромов. Материал смола. Стоимость 299 рублей. Колеса шасси для бетонных аэродромов тип 1 по той же цене. Кресло пилота
с ремнями и с фототравления. Стоимость 183 рубля. Кок винта и радиатора. 3D-печать. Цена 175 рублей. Фирма «Эскадра». Латунные стойки шасси. Цена 595 рублей. 3D-декаль. Набор заклепочных рядов на тонком лаковом слое от фирмы «Эмбосс». Стоимостью 168 рублей. И еще одна 3D-декаль от «Эмбосс». Прозрачные аэронавигационные огни, выполненные по новой технологии. Цена 98 рублей. Двухсторонние окрашенные маски от фирмы KV Models. Стоимость 175 рублей. Набор акриловых красок от Jim Scale. Цена 413 рублей. Три флакона в набор входят. И на закуску набор спиртовых красок также от Jim Scale. Цена 693 рубля. Здесь 4 краски в наборе. Приобрести модель и получить подарки вы можете на нашем сайте itromodelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи! Ваш я-моделист и я, Виталий Новиков.